Что вы думаете о Владимире Путине? Я думаю, что Владимир Путин сделал много хорошего до 2003 года. Я думаю, вот так. А потом я могу перечислять ошибки и иногда даже преступления. Я не судья, поэтому не мое дело говорить, совершил он эти преступления или нет, но сам то, как он сам рассказывает о многих своих действиях, заставляет задуматься о том, что в некоторых его действиях есть признаки преступления. Вот. В частности, например, развязывание агрессивной войны это по российским законам это уголовное преступление. И я не знаю, совершил ли он его или кто-то втайне от него развязал войну. Но это преступление, которое так или иначе будет расследовано. Кроме того, в этом году Владимир Путин, очевидно, совершил конституционный переворот. В Российской Конституции четко написано, что главу 1, 2 и 9 нельзя менять, не созвав конституционное собрание. Владимир Путин де-факто изменил основные принципы конституционного строя, не созвав конституционное собрание. И тем самым совершил конституционный переворот. Это абсолютно понятные вещи, в которых он, очевидно, принимал участие. Там можно сказать, что к выборам 2018 года Алексея Навального не допустила Элла Памфилова. И тут Владимир Путин ни при чем. И он выиграл эти выборы, не зная о том, что они нечестны. Об этом я тоже могу еще как-то спекулировать. Но конституционные изменения, очевидно, происходили при его прямом участии.